Компания начала свою деятельность в 1999 году, и мы были абсолютные новички на рынке пластической и реконструктивной хирургии. Я подумала, вот где кроется настоящая большая хирургия. Мы развернули рынок на 180 градусов. Врач должен определить и размер хирургического вмешательства, и объем. То есть все, что связано с хирургией, это очень серьезно, это не помада. Поэтому врач должен играть ключевую роль. Стала задача не просто рассказать об этом продукте населению, а в первую очередь информировать тех, кто будет продукт устанавливать, тем самым помогая пациентам. Компания «Клавермед», как один из пионеров этого движения на российском рынке, начали вот эти программы, которые позволили образовывать наших коллег. На базе высокого профессионализма была построена стратегия нашей компании. Мы должны обеспечивать безопасную хирургию, поэтому мы начали, безусловно, с образования врачей, с объяснения и с разъяснения тех технологий, которые в то время широко применялись на Западе. Мы ворвались буквально вот как с пистолетами против танковой бригады. Первый месяц мы продали 2 пары имплантов, во второй месяц мы продали 6 пар имплантов, третий месяц это было 20 пар имплантов, а на четвертый месяц мы вышли на самоокупаемость. В 2014 году был создан интернет-портал MyBreast и движение «Верни маму» для информирования пациенток, которым предстоит удаление молочной железы, о возможных вариантах. Реконструкция молочной железы, она была не очень востребована, не очень развита, поэтому мы приложили максимум усилий для того, чтобы популяризировать это направление. Мешало отсутствие в России хороших продуктов. Компания «Клавермед», которая в 2000 году резко вошла на наш российский рынок, очень способствовало тому, что такой продукт появился. Мы занимаемся большой популяризацией, рассказываем пациентам о том, что реконструкция молочной железы, она возможна, она необходима. Берем интервью у докторов, у которых большой опыт накоплен в ведении таких пациентов. Поэтому все для того, чтобы пациент не боялся, а был готов к тем трудностям. Но самое главное, чтобы он понимал, что все эти трудности, они преодолимы. Сегодня любая российская женщина может рассчитывать на то, что ей будет сделана одна операция, один наркоз, будет установлен хороший качественный продукт. В 2008 году «Клавермед» впервые в России зарегистрировала пористые челюстно-лицевые импланты, которые, не нарушая кровообращение, взаимодействуют с костью и прорастают сосудами. Импланты ушей для детей с врожденной патологией – уникальное направление, позволяющее детям социализироваться. Вообще реконструктивная хирургия – это наш конек. Мы зарегистрировали импланты, пористые импланты челюстно-лицевые, в том числе имплант уха. Это достаточно узкая, но очень актуальная проблема восстановления внешнего уха у пациентов, у которых есть врожденный дефект. Мы нашли хирурга, который всю свою жизнь посвятил в Соединенных Штатах Америки изучению этого вопроса и именно этим операциям по восстановлению уха. Косметология – это направление сегодня, которое развивается семимильными шагами. Это кажется удивительным, но все технологии, которые были в медицине, они сегодня применяются в регенеративной медицине и в косметологии. Я очень люблю это направление, потому что оно позволяет изменить биологический возраст. Я думаю, что это дает важный психоэмоциональный результат для любого человека. Моя задача как врача и как руководителя компании – построить наши взаимоотношения с хирургами таким образом, чтобы они применяли максимум своего клинического мышления к тем пациентам, которые не больны, но хотят изменить свою внешность. То качество информации, которое преподносится компании «Клавермед» во время обучающих программ, выше всяких похвал. Вся линейка имплантатов, все эспандеры появились в нашей стране вместе с теми, кто их разрабатывал. Одним из первых компания «Клавермед» привезла в Россию Хилтона Беккера, который обучал наших специалистов своим авторским методикам. Фактически «Клавермед» сформировал тесное сообщество профессионалов, которые работают в контакте друг с другом, не боятся вызовов современности и всегда находятся на острие медицинской науки. Прежде чем продукция компании попадает на рынок России, она проходит клинические исследования.
В год Клавермед проводит до 5 клинических исследований с целью подтверждения качества. За эти 20 лет в сотрудничестве с докторами была накоплена большая научная база. Огромный склад продукции и возможность получать импланты по первому требованию и в кратчайшие сроки. Можно смело сказать, что сегодня мы работаем на рынке, который сформировала компания Клавермед.